Друзья, приветствую всех. Я сегодня в навигаторе. Приехал снять обзор, но продолжить темновато, так не знаю, что у меня получится снять. Но будем пробовать. Есть тут пару новинок. Решил вам показать, друзья. То есть навигатор этот, который на Радужной возле Большого Евроопта и заправка Татнефть. Так, ну первый из новинок, это, ребята, дизельный Passat B5 GP. 2002 год, 1.9 дизель на механике. 5200 цена его справочно. Черный цвет на колпаках. Не знаю, что вы там увидите. Хром-пакет. Крышка сзади целая. Ну вот это боишься. Это не оригинальная полоска. Ну, внешне так неплохо выглядит. Любимый наш B5 универсал, да еще и GP. Значит, есть такая Nissan Tiida, 1.6 бензин 2012 года, 6050 рублей. Трещина на лобовом стекле. О. Банда. Банда на Е34-ках. Странно, что на механике. Я думал, что они в основном на автомате, эти Тииды. Это больше, как бы, мне кажется, для Америки выпускали. Крышка вообще какая-то Авис. Может, японская, может, какая переделка. Дальше идем. Sandero Stepway 8999, 1.6 бензин 2019 года он был. Т5 2.0 дизель 2010 года, 11350 тоже был. Бьюик Регал, ну, по-моему, что-то в районе 16, тоже это не новинка. А6C5 2.5 дизель на автомате тоже было, что-то ценник завернули, что в районе, по-моему, 6000 или что-то такое. Мерседес вот появился новый, его не было. Это Цешка, 204 кузов, 1.8 бензин 2010 года выпуска, автомат, 12350. Блин, плохо видно, но на кожаном черном салоне, друзья, на литье. Да, я прошу прощения, конечно, что снимаю в потьмах, но так получилось. Ехал я и не доехал. Шаран этот рестайлинг дизельный был 2004 года, 6350. А6C6 8850, 2.4 бензин тоже была. Дизельный Chevrolet Cruze 16 года 10850 на механике. Opel Antara 2.4 бензин 13 год, механика, 10250 на комбинированном салоне, кожаный мультируль. Вот так вот выглядит. Есть еще вот такой вот ГЛК 220 CDI. Полноприводный Мерседес. На автомате, на кожаном салоне, на кожаном мультируле. На оригинальном литье красивом. Неплохо смотрится Мерседес. Тоже LED-оптика. Значит, 13-й год, автомат. 18650.
Да, в салоне боюсь, что вы уже ничего не увидите при таком освещении. Но внешне неплохо выглядит. Еще один Бьюик Регал 18 года, двухлитровый автомат, 16 350, большой такой, ну, вариант инсигнии. Шевроле Вольт гибрид 1.4 бензин 15 года, АКПП 17 350. Тоже он уже не новинка. Тут Дуката 9 года, 2.3 дизель, 18 050, с холодильником. Астра это не знаю. Ну, прицеп это тоже, это такое, раньше продавал человек, сейчас. Корса дизельная 1950, 97 года, на механике. Крайслер. Ценника что-то я не вижу. 407-е Peugeot. Двухлитровый бензин на автомате 2004 года. 4250. Тоже был он. Гольф. Не знаю, почему-то ценника нету, третий. И транзит дизельный 2.5 94 года, пассажир 2.250. УАЗик тут уже достаточно давно. И Матисс 2004 года 1550. Ну вот, собственно говоря, из новинок. Ну, внешне, визуально, неплохой Passat. B5. Ну и два Мерседеса. Ну и там еще вот третий Мерседес на монтаже. Ну там, походу, его смотрят. Возможно, купят люди. Рассматривают. И, кстати, на вот этом шиномонтаже, ребята, при назывании промокода «Просто Дима» получаете скидку 50% на все работы. Так что, кому интересно, заезжайте. Все, дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь. С вами был просто Дима. Всем большой респект, не болейте и до новых встреч. Пока-пока.